Здравствуйте, с вами Ольга. Сегодня у нас такая хорошая, спокойная погода перед дождем и грозой. Завтра обещают ливни, грозы, дожди, ветер очень сильный. Поэтому хочется сегодня пока так спокойно пройтись по саду, показать, что еще распустилось, что я еще не успела в прошлый раз показать. Вот, потому что, конечно, распускается еще больше роз, еще больше клематисов распускается. Ну и вообще хочется запечатлеть эту красоту, пока это все не разломало опять и не развалило дождем и ветром. Вот. И ну, пойдемте погуляем. Ну, это я уже показывала свою розамундочку. Клематис и перниль. Вот он во всей своей красе. Здесь у меня клумба с розами, и здесь и белые, и красные у меня розы. Это у меня шнивальцер. Единственное, что, конечно, я не успеваю убирать вот это все. Сегодня я так пыталась прополоть свой сад, пыталась покосить покороче травку. Вот это у меня Фредерик Мистраль. Красоточка тут распустилась. Она, конечно, немножко не вписывается. У меня здесь больше красных и белых. Но она тоже светло-розовая. Поэтому, в общем-то, неплохо. Мне нормально. Это еще один вид синюхи. Только это вариегатная синюха. И с белой окантовочкой такой она. Есть темно-зеленые, светло-зеленые у нее полосы на листве. Покажу другую. У меня еще тоже вариегатная синюха есть. Она совсем, конечно, другая. И цветут они все по-разному. Вот эта синюха цветет, немножко разваливается у нее цветок такой. И вот он уходит в такую розовинку. Цветок больше, нежели чем синий. Вот он такой розовенький. Там у меня амадеус распускается уже вовсю. Здесь доотцветает клематис солидарность, который я посадила в этом году. Молодец, умничка, цвел прям потрясающе. Это розочка Амадеус также. Ну и в прошлый раз я показывала, это у меня цвета, это Лихнис Везувий. Это Эмили Бронте у меня вот там, которые я тоже в прошлый раз показывала. У нее такие плоские цветочки. Сейчас поближе покажу. Красивая, хорошая роза. В прошлый раз я ее показывала, говорила, что она очень устойчивая. Замечательное видео хочу сделать по устойчивым розам, которые у меня вот прямо хорошо цветут, растут и переносят все эти возвратные заморозки. Сделаю видео попозже, но думаю, что даже ближе уже, наверное, к осени, может быть, зимой. А здесь цветет у меня Эрнест Маркхэм и Пурпурея Плен Элеганс. Ну и там Литл Мармейд собирается, судя по всему, цвести, вон все в бутонах. Это я обкорнала тую свою. Она вся лопнула. Мы с сыном тут все. Вот тут все лопнувшее. Вся кора, не знаю. Вот тут все отходит. Не знаю. Короче, будет она, останется она зелененькая или пожелтеет, пока не знаю. Так, и здесь мы тоже вот грушу убрали. У меня была груша. Пока туда еще ничего не посадила. И здесь, ну, это место у меня пока тут занимают петуни. Вообще, как бы в планах у меня здесь пионы. И флоксы. Флоксы голубые. Цвет камера не передает. Это моя любовь, моя отрада. Он прямо голубой-голубой. Ну и клематис Глэдис Пикард. Вот он уже весь распускается. Красавчик какой, вот он. Глэдис Пикард. Здесь розочка Алиса. Усынинские розы. Селекция усыниных. Осталось у меня... Да, в общем-то, прилично у меня осталось розочек от них. И вот эти, к примеру, я их не укрываю. То есть они у меня под укрытие не попадают. И посмотрите, листва какая у нее шикарная. Вот Алиса хорошая розочка. И здоровая, и выносливая. Замечательная. Главное, мне нравится. Она очень красивая. И здесь дальше лилии, которые еще не распустились. Вот. Ну и здесь такая у меня тоже клумба. Это колокольчик у меня молочно-цветковый. Правда, хочу его пересадить в другое место. В этой клумбе у меня собраны, в общем-то, в основном такие сине-фиолетовые цветы многолетники и розовые, немножко с персиковым оттенком, розы. Вот, та же здесь вот у меня роза Ксения. Замечательная роза. Тоже просто обожаю ее. Есть у меня обзор на эту розу. Делала в прошлом году. Шикарная, красивая роза. Я прямо от нее вообще, знаете, не могу отойти. Налюбоваться не могу ей. Она очень красивая.
Очень у нее обильное цветение, здоровое, хорошее. Сюда же подсадила синюю петунию. И смотрите, кстати, вот это ирис сибирский. Вот он отцвел и смотрится очень даже неплохо. Мне нравится, как он смотрится. В клумбе это выглядит красиво. И когда цветет, и когда уже отцвел. Ну и дальше у меня пошли шалфеи. Вероника. Такая красоточка. Розочка там Гальдельзы. Это Максивита, потрясающая роза. Очень мне она понравилась. Во-первых, ну она симпатичная. Очень нежный розовый цвет. И подсветочка у нее такая есть, светится изнутри. И очень обильная. Я думала, она у меня уже отцвела. Думаю, ну все, она цвести больше не будет. А нет, она все равно как-то получается очень обильно цветет. Вот вся в цвету, в цвету. Вот, прямо вся красавица. И вот здесь у меня арабелка вместе с ней. Там у меня дальше душица. Душица посажена. Клематис, коперникус еще не распустился. Там другой синенький клематис. Здесь, кстати, в основном у меня синие все клематисы высажены. Но так как я говорю, что здесь в основном у меня синие многолетники, флоксы разные синие, колокольчики синие, шалфеи, ну все синее. И вот такие розочки. Это роза Изи Досвит. Красотка тоже. Травки всякие разные. Ячмень. Гераньки, кстати, тоже у меня здесь посажены. И тоже они синие. Это Синка де Майя розочка. Восточный экспресс. Там бузина, которая у меня не зимует. То есть она не сохраняет побеги. Вот это все, это новые побеги. То есть она подмерзает полностью, вымерзает и снова отрастает. Но мне на самом деле это нравится. У него вон какой кустяр красивый. Не знаю, видно, такой темный, бордовый. Подойду потом поближе, покажу. Синеголовники у меня вот здесь. Посадила специально их сюда. Мне они нравятся, я их люблю. Их любят тоже всякие букашки, насекомые, пчелки. Поэтому синеголовник, ну, мне нравится. И такой он интересный, у него, конечно, вот такие цветочки красивенькие очень. Ну и моя арабелла, потрясающая, любимая, самая замечательная. Посмотрите, какое обилие цветов. Ей прямо, вот знаете, некуда вылезти со своим цветочком, потому что ну, настолько она обильная. О, сорнячок тоже прорвался сквозь арабеллу. Ну, вот. Красотка она, конечно, это просто что-то с чем-то. Потрясающий клематис. Интегрифолия. Дальше вот здесь у меня тоже геранька вот такая расползлась. Вот таким цветом цветет. А здесь у меня розен фасцинацион. Надеюсь, что правильно выговорила. Тоже красивая такая серенькая розочка. И красивые у нее, не знаю, бутоны. Красивая роза. Ой, смотрите, какой-то опять товарищ у меня тут, смотрите. Какой интересный. Ну, кто бы это мог быть. Пока я его убирать не буду, потому что я вообще не убираю насекомых, пока не узнаю, кто это. Вот, ну, интересное такое, да, создание какое-то. Тут у меня сидит ячмень. Вот он уже отцвел. Вот, его можно, ну, оторвать, убрать и куда-нибудь посеять, если кому-то хочется побольше ячменя, можно прямо вот сейчас посеять, и он взойдет, и будет новый ячмень. У меня уже он сам сеется, я уже сама специально его не сею, не сажаю, он сеется. Хотела вам показать, смотрите, вот здесь у меня радищев, такой, смотрите, какой он интересный, распускается, он нормально, как нормальный человек, вот с такими этими, а потом он становится вот таким вертолетом, радищев. Такой интересный, конечно, клематис. Он синий-синий, не знаю. Сейчас камера фиолетит. Как-то показать его вам? Даже не знаю. Здесь где-то был, словил вроде синий цвет. Вот, вот он такого синего цвета. Сейчас хорошо прямо цвет показывает. Словил, словила камера. А здесь не хочет. Вот, и симпатичный. Но у меня, смотрите, что. И это не болезнь. Видите, вот такие листики несчастные. Вообще просто несчастное мое создание. Это не потому, что он больной, а это потому, что мои кроты, всякие подземные мышки подрывают корни. И я постоянно туда лазаю и у него дырки закапываю.
и проливаю. Думаю, что ближе к осени я, наверное, вставлю ему бордюр. Ну, или в ближайшее время надо купить бордюр, вставить какой-нибудь поглубже ему бордюр, чтобы вот его не ранили. Потому что вот это вот постоянно. Вот я вставлю видео, как я показываю, как я отрыла эту нору снова у него. Вот днем. Вон туда уходящий. Кошмар. Вот, а что не всегда, если растение вянет, ну, клематис, что это вилт, вообще не всегда. Обратите внимание, скорее всего, это кто-то подрывает их. У меня это 100% подрыв. Вот когда начинает вянуть побег, точно все, это подрывают эти всякие подземные товарищи. Вот, но радищев симпатичный. И он, в общем-то, неплохо справляется с этой бедой, но ему надо помочь. Но здесь у меня тоже вот под бирнбах розочка вместе с петунией. Котовник уже отцвел, что-то я уже обстригла. Это что-то там, Black Forest, во, вспомнила. Black Forest, травки разные всякие, какие-то. Вот тут я смотрю, у меня намешано, уже, видимо, сорняк расцвел и что-то более интересное такое. Ну, вот здесь у меня веники, полыни, анафалисы. Кого здесь только нет, вот это хочу еще подстричь, это айва. А там тоже гипсофила, тысячелистники. Здесь такое, знаете, у меня разнотравье. Вот льнянка моя любимая. Здесь у меня теперь нынче. Ну и флоксы, разные флоксы здесь тоже теперь сажаю. Вот вид, кстати, вот с этой стороны у меня получается вот такой. Вот эта клумбочка видна у меня как раз в арке. У меня и было в планах, что я хотела, чтобы вот эта арка, у меня уходила дорожка прямо в клумбу, чтобы вот так вот изгибалась, там уходила дальше. Ну, а здесь, соответственно, у меня хотела вот именно такое, знаете, разнотравье. Думаю, флоксы посадить, потому что здесь солнышко западное, и все так хорошо освещает, мне нравится. И думала, что как раз вот здесь, в эту арку, чтобы у меня вот такие были цветы. Ну, а здесь у меня клематис жакмани. Весь, смотрите, весь в цвету. Потрясающий, конечно. Просто потрясающий клематис. Обожаю его за вот эту мощь, за эту силу, за это обилие цветов. Ну, просто вообще слов нет, сказка. И не показывала я в прошлый раз вам вот эту клумбу. Это у меня клумба с мускусами. Ну, просто здесь такой бардак. У меня не ожидала, что они такие мощные и будут у меня. Вот, и надо бы им опоры какие-то соорудить, но пока у меня опор нет, и это все, конечно, вот так вот валяется. И это мне, конечно, не очень нравится, поэтому я в прошлый раз вот и не показала. Но цветут, конечно, потрясающе. Это у меня Неждате. Вот он весь тоже в цвету. Вот он весь в цвету, конечно. Это что-то с чем-то. Розочка, это просто потрясающе какая-то. Посмотрите, какое обилие цветов. И сколько еще у нее бутонов. Это все она. Вот это все она. Замечательная красавица. Это вот тут цветет омниосфальт. Тоже мускус уже, да, цветает. Вот. Ну, вот это, конечно, наш ДАТ вообще потрясающая роза. Мне понравилась очень. Салли Холмс. Тоже такие цветы, конечно, у нее огромные вообще. Белоснежные огромные цветы. Ну и Динки у меня здесь отцвела. Динки. Еще кто-то у меня тут. Алденбизон вот цветет. Это у меня Моцарт. Тут цветет. Вот такими тоже красивыми цветочками. Ну и вот еще больше цветет моя клумба. Ну такая красавица вообще. Такая она красивая. Столько цветов, конечно. Такое разноцветье. Это Skyfall. Расцветает, распускается. Красавчик. Вот. Ну и клумбочка, конечно, это, не знаю, потрясающе. Очень такие, конечно, здесь цветы. Надо бы кого-то уже сходить, подрезать, убрать. Вот. Хотела еще показать. Вот, распустился Прослав. Махровый клематис на побегах новых, на новых побегах.
этого года. Вот он расцветает, распускается вот такими махровыми цветочками. Красавчик. И он выше получается необи. Внизу у меня будет цвести необи, а наверху будет цвести сейчас рослав. Вот такой он красавец. Это Грюнвальд. Грюнвальд вовсю распускается тут. Ну, я его тоже показывала в прошлый раз. Роза Эшли. Вот. Кстати, вот это елочки, я не знаю, ко мне иногда просто приходят, и я говорю, да, обычные сосны. И люди удивляются. Думаю, скажу в видео тоже, что это просто у меня обычные сосны, которые я принесла из леса. Вот такие вот они у меня пушистенькие, красивенькие. А, потому что я их стригу. Просто стригу их. Всегда стригла, ну, вот с маленького возраста. И поэтому они у меня такие пушистики, красивые. Солнышко зашло, совсем уже чего-то. Вот хотела показать ландлуст. Она, конечно, вообще, ну, потрясающая. Посмотрите, она вся в цвету. Ой, цвет, конечно, меняет камера. Не как мне надо. Вот настоящий цвет. Вот такая она. Очень красивая, конечно, роза. Распустился еще больше у меня Hudson River тут. Hudson River. Так. А, ну, Change of Heart, кстати, распускается. Вон, Change of Heart. Мне кажется, неплохо они вот тут вместе с ландлустом будут смотреться. Вот так вот, если их направить. Charles Austin. Сколько будет еще цвести? Спирейка японская. А здесь вот лилейник тоже посадила. Название где-то у меня там внизу есть. Я лилейники не запоминаю название. Хватает мне роз клематисов. Красивенький такой. Тоже мне кажется, в этой клумбе хорошо, неплохо смотрится. Ну и Лидия Шалот, моя красоточка. Моя девочка золотая. Просто золотая. В прошлый раз ее тоже показывала, но я не могу пройти мимо, не показать ее. Ну, потому что она просто потрясающая. Ну, вот это моя клумбочка вместе с той клумбой, которая серебристая и с пурпурными цветами. Смотрится вот так. Ну, говорю, солнышко ушло, и, конечно, цвет вообще изменился. Цвет какой-то не очень. С другой стороны, мне эта стеночка очень сейчас нравится, прям вообще. Поэтому не могу пройти мимо. Вильделеон распускается. Вообще красивый, конечно, клематис. Потрясающий, яркий такой вообще. И там тоже у меня... Клематисы. Вот так это все отсюда выглядит. Бенджамин Бриттон. Вот Бенджамин Бриттон. Ну, как-то я говорю, что... Во, все. Все упало. У меня цветет сейчас тысячелистник от бордовый. Название не знаю. Купила на рынке без названия. Вот. И когда цвел вот желтый камчатский отчиток, это так было красиво. Это такой контраст яркий, красивый. Прямо огнем горели они оба. Очень это было красиво. Мне понравилось. Вот этот красивый барбарис. Тоже название не знаю. Но купила у нас в питомнике в Новгороде. Он такой яркий. И вот он сохранился в этом году. Здесь у меня цветет гирлянда Амур. Розочка. И петунья. Такая бледно-розовая. Смотрится так неплохо здесь. Вот гирлянда Амур. И вот петунья. Такая лапчатка. Лапчатка, знаете, мне ее не охватить. Меня даже тут кто-то пришел из друзей и говорит, ой, это кто такой? Так, не могу ее охватить. Сейчас, знаете, я вот сюда перейду. Вот она. Вот. Это моя лапчаточка. Обычная лапчатка. Привезла от мамы, а ей здесь так понравилось, и она так расширяется. Я ее не стригу. Мне нравится, она такая большая. Ей здесь пока места хватает, поэтому я ее не стригу. Здесь цветет клематис Polish Spirit, который я посадила тоже в прошлом году. Сильный, мощный, замечательный клематис. Здесь цветет Crown Princess Margaret. Очень тоже красивая роза. Такая солнечная. На фоне, кстати, Polish Spirit. Мне нравится, как они выглядят.
Это тоже все она. Это тоже все она. Такая красоточка. И букет парфе здесь также вот распускается. Красавчики. Ну, смотрите, лук декоративен. Также прекрасен. Также он мне нравится. Не убираю его отсюда. И хотела сейчас подойти вам показать с этой стороны. Вот хочу показать вам. Вот. Видите, здесь немножко варигатность другая у синюхи. У нее более такой желтый. Вот желтый. Окантовочка желтая, слабо желтая, ну такая светло-желтенькая. И она мне очень нравится. И цветет она, как обычная синюха. И вот сейчас даже цветет она еще. Вот. Транквилити. Розочка. Polar Spirit. Ну, это с другой стороны моих клумб. Это я вчера показывала. Иду, знаете, куда я иду? Куда я иду? А где все мои козы? Куда все козы мои убежали? Положила траву. Меня спрашивали, а козы? А вот они. Все тут со мной. Все так же. Так, эту девочку грязную недавно мы привезли. Я ее вчера мыла-мыла, так и не смогла отмыть от бабушки. От одной мы привезли ее. Обратно она мне там ее отдала. Вот, потому что хромает. Лечить она ее не может. Но ветеринар к нам приехал, сказала, что просто ушиб, так что я ее давала. Потому что мне много молока было. Перерабатывать это все много. Вот, а что нет, козочки, вот они все с нами. Все с нами, все замечательные. Вот растет у меня новые мои козы, которые будут давать молоко. Вот, кого-то уберем, а кого-то оставим на молоко. И козлы, два у меня козла. Так и живут красивые два белых козла. Мы вот тут как раз туи отдавали. Такие они интересные, смешные. Вот. Вот, кстати, вид у коз какой. Смотрите, вот я стою рядом с загоном. А вот они свои морды вытаскивают. И смотрите, какой у них красивый вид из загона. Из окна, хотела сказать. Из загона прямо у них красота, красота. Все для них, все для своих козочек. Смотрите, все у них прекрасно. Это, кстати, рябинолистник Сэм тоже в этом году. Смотрите, как он разросся. Красавчик мой. Разрастается. Кстати, хотела, знаете, по поводу сюрпризов поговорить. Вот это Pink Surprise. Княжик. Вот такой красивый, такой вот замечательный. Вот он как полез. И смотрите, он цветет на новых побегах. На вот он. Вот новый побег. Вот у него бутончик. И достаточно обильно цветет. Сейчас с другой стороны покажу вам. Это, кстати, единственный из сюрпризов, который прямо, вот знаете, так активно, так прямо хорошо пошел. Смотрите, низ у него весь закрытый. Здесь все, он цветет, ползет. Такой замечательный вообще. Княжик – это первой группы обрезки клематис, который не обрезается, не укрывается. А вот напротив арки, вот этот, это Purple Surprise. А вот он, видите, совсем по-другому себя ведет. Вот он совсем по-другому себя ведет. Худенький, тоненький. Но тоже цветет, конечно. Но все равно ведет себя немножко по-другому. Флокс такой, Маргарита. В прошлом году посадила. Горит таким вообще ярким цветом. Но красивый, очень красивый флокс. Маргарита. С девочкой мы тут поменялись. У нее она любит заниматься флоксами. Вот, мы с ней меняемся иногда, друг к другу ходим, меняемся растениями. Вот, здесь буду что-то сажать, пока не знаю, что. Надо думать, какое-то деревце все-таки я хочу сюда посадить. Думала, может, клематис, потом думаю, нет, я хочу здесь вот, чтобы крона была, чтобы немножко как-то, вот, закрыться. Здесь тоже около загончика. Хотела показать Violet Surprise. Вот тоже, видите, вот он. Вот Violet Surprise. Он тоже неактивно растет. У меня тут другой уже княжик подсажен ему. Сейчас помню, что-то пинг. Что-то пинг. А вот Violet Surprise как-то не очень. Здесь у меня
Эшли тоже посажена. Это у меня вход в сад. Вот прямо тут вот мы... Тут бардак, просто тут дети чем-то развлекались. Вон, кружки набрали, ягоды они туда собирают. Вот, у меня здесь Эшли посажена. А Таня, успех, питомник успех. Как она мне нравится, я не могу. Я тут сижу, у меня тут, знаете, я тут посадила себе самых-самых таких вот, кого я хочу сидеть, потому что все-таки на эту скамеечку я чаще присаживаюсь, потому что я либо ухожу, либо вхожу сюда. Вот, и здесь у меня рабелка тоже внизу подсажена. Здесь пистаршевый кейк у меня вот с бутонами. В этом году я посадила его. Да, у меня, кстати, один красавчик скоро расцветет, я вам обязательно покажу. Это красивый редкий сорт клематиса. Он у меня перезимовал. Ну и петунья тут у меня. Тут у меня петунья. Вот вид у меня тут на коз. Сижу, смотрю на них. Вот, кстати, с одной стороны, мне прямо жалко, что вот они отсюда у меня уйдут, потому что мне нравилось, что я прямо тут их вижу. Они рядом со мной, они у меня в саду, по сути. То есть я их всегда вижу, всегда слышу. Мне это прямо сейчас нравилось. И тут закат. Ну, тут как-то красиво, я не знаю, мне нравится. И жалко, что у нас теперь этот загон уйдет. Но здесь я, конечно, сделаю что-нибудь другое. Планы у меня уже в голове, планы есть. А, даст Бог, осуществлю. Хочу показать, смотрите, как он распускается. Это клематис Зибальда. Короче, распустится, я вам обязательно его покажу. Я такая счастливая, что он у меня перезимовал. Укрывала я, как обычные клематисы. Одна веточка, правда, один побег здесь, но он такой густенький. Еще я хотела вот это чудо показать, когда он только у меня начинал распускаться вот такими пополз у меня по моей вот этой палке. Я даже испугалась сначала, думаю, кто это? Потом поняла, что это вот это чудо, крокос меня перезимовал. Я ее не укрывала, но у нас, правда, снежный покров был хороший. Вот, это распустился бал цветов, клематис. Вот, вот он. Вот такой у него цвет, синий-синий. Вот, такой красивый. Это его вот цвет, сейчас камера показывает. А когда от неба ухожу, когда захватываю кусочек неба, он показывает правильно. А когда на него направляет, вообще ерунда какая-то. Вот, это тоже крокосмия. Здесь у меня как бы планировалась тоже клумбочка тысячелистники, но в этом году тысячелистники у меня очень пострадали. Вот которые обычными саженцами прямо очень пострадали. Вот они вот такие реденькие. Посмотрите, вообще что-то. Вот один только тысячелистник, очень красивый. Я его купила тоже в прошлом году участникам через контакт. Вот. И он мне прямо нравится очень. Но вот он неплохо. А остальные мои все, конечно, несчастные. Даже вот этот желтый, я его тоже тут делила. И тоже он какой-то вообще прямо несчастье. Несчастье. Это с этой стороны, к примеру, как выглядит сад. Вот, я не знаю, сейчас вот я отойду. Вот. Я еще не прошлась вот по этой клумбе. Не показала ее вам. Ну вот. Это вот отсюда вот так вот выглядит. Вот пока полностью не отцвел, хочу вам показать. Это тысячелистник у меня. Вот смотрите, это который я сеяла семенами. Очень красивый, конечно. Вы видите, как он цветет. Прямо такое поле тысячелистника. Вот он нормально перезимовал, ничего с ним не произошло. Все отлично семенами. Но он прямо расползается очень. Очень, да, вот он расползается. А вот который я сажала корешками. Ой, букет вот, букет. Сажала корешками тысячелистник. Он хуже. То есть он вообще... Вот смотрите, какая красота. Тысячелистник. Обожаю запах тысячелистника. А видите, как хорошо разрос. Это я только в прошлом году посеяла семенами. Буквально было их у меня тут, ну, штучек 10-15, наверное. Ну, вот во что они превратились у меня тут. Ну, я покажу вот это еще безобразие. Тут, конечно, у меня... такая заброшенная клумбочка. Я здесь не особо успеваю за всем следить. Вот, поэтому. Но здесь вот у меня жгучие во всем вообще тут королем. Есть розочки, тоже не приведены в порядок на этой клумбочке.
лилии. Вот, но жгучий, конечно, здесь потрясающий, потрясающий. Лилии. Я иногда сюда сажаю какие-то новинки, которые не знаю какого цвета. И я вот сажаю это в эту клумбу, смотрю. Но жгучий у меня здесь и должен был быть. Красавец. Мне очень нравится. Вот такая тоже у меня клумбочка. Когда иду в теплицу, я прохожу мимо нее. Там у меня огород и теплица. Вот. Это опилки. Сейчас там ремонт делаем. Опилки снесли из дома, из пола. Ну вот, спасибо, что прошлись со мной. Прогулялись по моему саду. Вот. Ну, завтра нас ожидают дожди, ливни. Это розочка Навалис. Моя красоточка. Моя красоточка. Вот. Ну, надеюсь, что не сильно нас потреплет. И все-таки в саду какая-нибудь красота останется. Вот, с вами была Ольга, до свидания.